Существуют разные линии гибы. Познакомимся с семейством линии гибов, углогиб фирмы Freund. Как он работает, сейчас мы увидим. Сначала делается биссектриса, находится по углу ската, вот потом отгибается этим линиегибом Freund. Именно по этой линии линиегиба биссектриса очень быстро заваливается, складывается кромка. И теперь рихтуется усиленными клещами прямыми для того, чтобы был отличный эффект. Готово. У нас складка отогнута и отрихтована. Вот таким образом сделана линия гиба на складке. Вторая у нас тоже такой второй инструмент. Это так называемая цапля, которая тоже широко используется. Она зависит от того, что какова глубина захвата. 250 есть, 300, соответственно, кому какое нужно. Ну, обычно 250 – это отличная глубина захвата. Подготавливаем нашу картину. Специально держим на руках, чтобы вам было видно, как мы прорабатываем линию гиба кромок, которые мы будем поднимать слева, справа. И теперь, когда мы знаем, у нас прочерчена биссектриса, то есть она же линия гиба, сейчас мы будем при помощи цапли эту линию, по этой линии гиба поднимать складку. Вот таким образом она работает. Вставляем и соединяем именно эту линию, чтобы она именно вошла в точку пересечения. И поднимаем таким образом складку при помощи усиленных прямых кровельных клещей. Вертикальную, справа, подрабатываем клещами и ректуем, поджимаем, поднимаем кромку слева. Работа сделана. Вот таким образом мы отгибаем линию гиба. Следующее семейство линии гибов – это RAW-PAC. Это очень дорогой инструмент. Он стоит 36 тысяч, если 250 глубина захвата. Но это маленький пек. Находим биссектрису, она же линия гиба. И сейчас прочерчиваем наши линии, по которым мы будем отгибать линию. Сначала вертикальную, и потом нашу биссектрису, то есть, собственно, эта линия гиба, это линия гиба нашей складки, которая идет вовнутрь. Берем наш инструмент, его еще называют конвертогиб, и делаем первую линию гиба, то есть вертикальную, в которой у нас будет отгибаться картина, и биссектрису. И отгибаем линию биссектрису, линию гиба. Это линия гиба складки. Слева сделали, теперь переходим справа, вертикальную сначала. Отгибаем линию гиба при помощи конверта гиба RAW-PAC. И нашу биссектрису уже на складке линию. Таким образом мы подготовили картину. Спасибо за внимание.